Друзья, мы в Гурзуфе, мы во Future House, том самом легендарной летающей тарелке, которая находится на набережной Гурзуфа. Но вообще она была изобретена, вот эта модель дома придумана финном, не помню имя, фамилия, к сожалению. И сейчас в мире большое сообщество любителей этой технологии. Вообще он придумал это как лыжный домик. Но за счет такой модерного инновационного вида технологии он распространился по всему миру. И всего три было в СССР, и одна вот здесь в Грузуфе, никто точно не знает, как она оказалась. Видимо, это связано с Олимпийскими играми, и видимо, это 80-го года, видимо, это связано с Артеком, и видимо, из Артека оно перекочевало сюда. Есть некоторые данные, что оно было изначально в Артеке стояло. Сейчас мы находимся внутри этого помещения. Можно просто зайти вот с улицы. Никто ее не использует, к сожалению. Как вы видите, крымское, видимо, вино, столы. Вообще это используется как кафе и всегда и при советах, и потом уже. И вот здесь еще интересный такой обогреватель ВК-1500, сделанный в СССР. Давай подниму. Go to space. Thank you.